Так, ребята, сегодня я вернулся на Соломенское кладбище. Еще показать детально его днем. Кладбище, напомню, было основано в 1888 году. До 1832 года здесь было Паньковское кладбище. Но его ликвидировали, так как оно, как бы, ну, по нем там что-то с железной дорогой связано. И типа его ликвидировали, поставили железную дорогу. В общем, такое. Так что, ребята, приятного просмотра. Погнали. Вот, это главная аллея. Вон там в конце находится вход на это кладбище. Так оно выглядит сейчас все. Такое как бы мрачное. Типа. Сейчас площадь этого кладбища составляет 12048 гектаров. Так, захоронений около 11 тысяч. Ну, я вам это говорил в первой своей части. Вот. Ну, так, чисто напоминаю. Сегодня такой, как бы, снег падает. Такая вот погода мрачная. О, белочка побежала. Смотрите, класс. Там белочка бегает. В общем, в таком оно состоянии. Абсолютно все. Нету таких. Ну, там есть мемориал погибшим летчикам. И братская могила. Все остальное вот такие вот ржавые христы. Вот такая гнетущая атмосфера, особенно сейчас. Вот. Ребята. Сейчас пройдемся. По той части я ходил. Сейчас туда пройдемся, посмотрим. На этом кладбище похоронены кадеты, священники, писатели. Вот такие малоизвестные, но все-таки прославлены своей творчестью. О, ребята, смотрите, какой памятник старый. Интересный. Тут, видимо, табличка была. Но она уже исчезла. Типа, вы посмотрите на эту. Просто неухоженность такое. Прям, я не знаю, такая безысходность. Это кладбище. Такое ощущение, ну, хоть ход парады там, ну, все цивильно, но само кладбище находится в таком не очень хорошем состоянии, как видите. Просто заброшенное кладбище, ребята. Вот. Реально, вы посмотрите. Я понимаю, там если в начале, знаете, такие все ухожено, а вдали еще уже все такое, ну, разбитое, знаете, как стандарт. Праху твоему. И, в принципе, тут вообще все просто в таком вот состоянии. Тут маленький такой хрестик. Могилка, возможно, ребенка, возможно, просто в таком состоянии. Фух. А это что у нас? А, это пеньки. Так, ребята. О. 1912 год. 1947. Борова. Новая табличка. Просто, ну, это, наверное, одно из самых таких кладбищ, которые просто забросили. Захоронение тут как бы дохоронение происходит с 2005 года. А уже таких захоронений нету. Ну, как пишет Википедия. Возможно, типа, и захоронения есть, ну, как бы новые, но в официальном источнике написано только, что дохоронят до семейных могил. Как бы кто место себе заложил. Вот. Фотография. 1916. Вот. Видимо, новенькая.
Это Соломенский район, как вы поняли. Так и кладбище названо в честь этого райончика. Сейчас пойдемся. Тут что-то упадем деревья. Вот, ребята, обелиск такой старенький. Тысяча Кудревич. 1990-1956 год. Фух. Ого, ребята, смотрите-ка. Крест просто выгнут. Жестко. С ноги кто-то точно, да кто-то с ноги его долбил, падла какая-то. А вон, ребята, сейчас пройдемся сюда, посмотрим. Сюда. Вот. Вообще. Еще 952. Вот такое вот, ребята, все здесь потуставшее, разбитое. Там еще виднеется хрестик, видимо, как бы что-то смотрит. Но вот видите, тут даже не разберешь, знаете, не разберешь, где могила, а где проход, понимаете? Вот в чем проблема. И боишься, знаете, вступить. Вон хрест. Просто не знаю. Жесткая атмосферка здесь, конечно. Паренек 1951. Да, ребята, тут будет снимать какой-то, знаете, фильм, мистику. Не спорю. Сериал здесь снимали. Одну серию, «След» называется. И все. Типа, вообще просто. Снова 1951-52 год. Один годик. Лукашенко Валентина. Похоронена. Девочка маленькая. Один годик всего лишь. Вот видите, тут безыменные, безыменные. Вообще 2 месяца ребенку было. Даже один. А нет. Да, месяц. Кушкина. Петров. 1052. Я уже 4-ю или 5-ю могилу вижу. 1952 года. Смотрите. Солдат. Да, ребятки. Смотрите, просто выгнут. Там ржавый. Очень жесткое кладбище. Очень такое. Накаляет свою атмосферу. Такой. Вон хрест валяется. Тут что-то 1952 год. Тут что-то. Что-то случилось в 1952 году, потому что реально могилки, ну, именно похоронены в 1952 году. Надо будет смотреть. Так, ребята, капает или сыпется снег сейчас. Такой, входим на главную аллею. Сейчас еще пройдемся, смотрим. Да, ребятки, вот такое у нас состояние, это кладбище. В принципе, с такой вот. Я видел людей тут навещать приходили. 1947 год.
57-й. Пройдемся, смотрим, что вот здесь аккуратненько. Четвертый сектор. Да. Сегодня такой туман стоял, думал, ну, застать его, но он пропал. Ну, чтобы более еще такая атмосфера, не прикиньте, такой стелится туман, кладбище, никого нет. Вон, собственно, видите, тоже могилка. Так вот. Это, видимо, что-то свежее стоит до сохранения. Кучерявский, Кучерявский. Сидемте, посмотрим. Ну, в общем, ребятка, вот в таком состоянии. Сейчас я вам покажу другую часть. Немножко чуть не упал через пенек. И буду выходить сюда. Так, ребята, вот в таком у нас состоянии. Это центральная аллея славы на Соломенском кладбище. Вот так оно выглядит. 1941-45 год. Сейчас подойдем к памятнику, к мемориалу погибшим летчикам. Я там был ночью. Как бы я сейчас его детально вам покажу сейчас. И буду выходить. Так. Вот так оно выглядит. Мемориал летчикам сейчас. Днем покажу детально, потому что вот. Летчикам 86-го объединения авиаотряда Украинского управления ГВФ. Так он выглядит красиво. И вообще-то на этом бы все. Насладитесь этой атмосферой в конце. Такие ели. И... Собственно, ребята, вот такое вот кладбище Соломенское. Так оно себя представляет. Такое разрушенность, тлен. Ну, что ж. Оно не составляет список центральных кладбищ. Возможно, поэтому за ним нету определенного ухода. Только лишь родственники покойных сюда приходят и, так сказать, наводят порядок. Ох, в любом случае, всем спасибо за просмотр, респект за поддержку. Подпишитесь на мою телегу, не забывайте нажимать колокольчик, а то YouTube превращается в такую дичь, притесняет ну, каналы, которые типа занимаются исследованием, как бы сталкеров, все дела. Ну, есть, конечно, некоторых, которых он продвигает, но это малость. Такое вот. И до скорых встреч на просторах YouTube.